два упражнения для ног. То есть мы рассмотрели статодинамику, сейчас рассмотрим вариант плеометрики. Первое упражнение называется обезьянка. Суть заключается в том, что мы прыжком вставляем ноги широко и оседаем, касаясь пола руками. Прыжком ноги вместе и не зависая сразу же вниз. То есть можно выполнять в варианте табата, можно по времени, большими отрывками, как отдельное упражнение. Еще одним упражнением из плеометрики, которое мы используем, это корейские выпрыгивания. То есть одна нога впереди, другая сзади. Касаемся опять же пола и прыжком меняем позицию. Можно их совмещать как в одну группу, так и делать отдельными упражнениями.